Энергетически это место возвращения женской силы. Жалко мне, что же ты жужжишь. Тамаскаль – это церемония перерождения. Она напоминает утробу матери. На храме Богу Солнца. На вершине. Соединяемся. Находимся в Сельве Лакантонов. И здесь мы видим имена людей, которые присоединились к акции «Посади дерево жизни». Думать о своей судьбе. Выпала честь еще посадить одно дерево от себя. Бивен, будь я там, да? Хотим больше объединить людей. Посади свое дерево жизни. Паке, паке. Сейчас мы находимся в церемониальном комплексе Экбалам, что означает звездный ягуар. Сейчас будет благословение для каждой из нас. По 22 километра в одну сторону, потом в другую, в обратную. Там вы точно почувствуете себя в таком соединении. Сегодня несказанно тихо по берегам. Обычно здесь передвигаются обезьяны ревуны, издают определенные звуки. Дождя. Смотрите, здесь глаза, веки верхние, нижние, это уши. Это два уха с дырочками, это нос, лоб и это рот. Люди хотят тут тишины. Вот, замните. Люли-люли стояла. Ándale, ándale, быстро, быстро, давай, 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 давай. Папа. И платье осталось на дереве. Es su temporada. ¿En cuándo salió? Adiós. Он счастливый. Юный бизнесмен. Он нам предлагает купить гватемальские деньги. Вау. 40? Здесь 40? 40. Надо вот так.